Відкрита трибуна. Чи добре ви знаєте історію України? Ну так, не то, щоб не знаю, ну плохо, звісно. Вибирав гульки, а не учебу. Я дуже погано знаю історію України, тому що мені просто не цікаво. Взагалі не знаю. Ну, в общем-то, я всю жизнь прожила в России. Был тогда Советский Союз. И про Украину мало что знаю. Ну, знаю, что тут всегда было хорошо. Лучше, чем в России, поэтому сюда приехала. Нет, мне лучше давались математика и английский. Знаю трохи краще, аніж на 4 бали. Відкрита трибуна.